From Srimad Bhagavatam, 4th canto, 30th chapter, 36th verse, same verse as yesterday. Didn't finish it. Конечно, читаем тот же самый текст, что и вчера, 4-я песня, 30-я глава, текст 36-й. Ятра Нараяна Сакшат Бхагаван Ньясинам Гати Сангстуйате Саткатасу Мукта Сангай Пуна Пуна. Ятра Нараяна Сакшад Бхагаван Ясинам Гати Сангстуйате Саткатасу Мукта Сангай Пуна Пуна. Ятра Нараяна Сакшад Бхагаван Ясинам Гати Сангстуйате Саткатасу Мукта Сангай Пуна Пуна. Ятра Нараяна Сакшад Бхагаван Ясинам Гати Сангстуйате Саткатасу Мукта Сангай Пуна Пуна. Ятра Нараяна Сакшат. Ятра. Где? Нараяна. Господь Нараяна. Сакшат. Непосредственно. Бхагаван. Верховная личность Бога. Ньясинам. Тех, кто дал обет отречения. Гати. Высшая цель. Сангстуйате. Поклоняются. Саткатасу. Обсуждая трансцендентные повествования. Мукта Сангай. Те, кто очистился от материальной скверны. Пуна Пуна. Вновь и вновь.
The Supreme Lord Narayan is present among devotees who are engaged in hearing and chanting the holy name of the Supreme Personality of Godhead. Lord Narayan is the ultimate goal of sannyasis, those in the renounced order of life, and Narayan is worshipped through the Sankirtan movement by those who are liberated from material contamination. Indeed, they recite the holy name again and again. Перевод. Верховный Господь Нараяна находится среди преданных, которые слушают и повторяют Святое Имя Верховной Личности Бога. Господь Нараяна – высшая цель отрекшихся от мира саньяси, и Ему поклоняются участники движения Санкиртана, очистившиеся от материальной скверны. Воистину, они неустанно повторяют Святое Имя Господа. Purport. The Mayavadi sannyasis are missing the real presence of Narayan. Комментарий. Саньяси Майявади лишены возможности находиться в обществе Нараяны. This is because they falsely claim to be Narayan himself. Поскольку без всяких на то оснований объявляют Нараяне самих себя. According to the customary etiquette of Mayavadi sannyasis, they address one another as Narayan. У саньяси Майявади принято называть друг друга Нараяной. To say that everyone is a temple of Narayan is correct, but to accept another human being as Narayan is a great offense. Называя каждое живое существо храмом Нараяны, мы не делаем ошибки, но назвать Нараяны обыкновенного человека значит возвести хулу на Бога. The conception of Даридра Narayan, poor Narayan, an attempt to identify the poor with Narayan is also a great offense. Концепция Даридра Нараяна, бедного Нараяна, то есть попытка отождествить с Нараяной бедняков, также крайне оскорбительна. Even to identify Narayan with demigods like Lord Brahma and Lord Shiva is an offense. Даже приравнивая Нараяну к полубогам, таким как Господь Брама и Господь Шива, мы наносим ему оскорбление. Ясту Нараянам девам Брама Рудради Дайвата Саматве Найва Викшета Сапашанди Бхаведрувам. One who considers Lord Narayan on a level with great demigods like Lord Brahma and Lord Shiva is immediately listed among non-believers. Перевод. Низводить Господа Нараяну до уровня великих полубогов, таких как Господь Брама и Господь Шива, может только безбожник. The fact is that by performing Sankirtan Yagya, one can immediately please the Supreme Personality of Godhead. На самом деле, чтобы доставить удовольствие Верховной Личности Бога, необходимо совершать Санкиртана Ягья. Then Narayan himself descends and immediately is present. Тогда Нараяна не исходит в материальный мир, и мы не можем немедленно ощутить его присутствие. In this age of Kali, Narayan is immediately present in the form of Lord Chaitanya. В век Кали Нараяна приходит к нам в образе Господа Чайтаньи. Concerning Lord Chaitanya, Shrimad Bhagavatam states. В Шримад Бхагаватам о Господе Чайтанье говорится следующее. Кришна варнам твиша кришнам сангопангаща паршадам ягьяй санкиртана прайай яджанти хи сумедаса. In the age of Kali, intelligent persons perform congregational chanting to worship the incarnation of Godhead, who constantly sings the name of Krishna. В век Кали разумные люди, собираясь вместе, прославляют Господа и поклоняются Его воплощению, на устах у которого всегда имя Кришна. Although his complexion is not blackish, he is Krishna himself. Хотя кожа у него не черного цвета, это сам Кришна. He is accompanied by his associates, servants, weapons, and confidential companions. Он приходит на землю вместе со своими спутниками и преданными слугами и разными видами оружия. After all, human life is meant for pleasing Narayan, and this can easily be done by performing Sankirtan Yagya. По сути, человеческая жизнь предназначена для того, чтобы доставить удовольствие Нараяне, и это совсем не трудно сделать, совершая Санкиртан Ягью. Whenever there is congregational chanting of the holy names of the Lord, something's wrong with me. Gaur Narayan, the Supreme Personality of Godhead, in his incarnation as Lord Chaitanya, immediately appears and is worshipped by Sankirtan Yagya. Там, где поют святые имена Господа, тотчас же появляется Гаур Нараяна, Верховная Личность Бога в облике Господа Чайтаньи, которому поклоняются, совершая Санкиртана Ягью. In this verse it is said that Narayan is Nyasanam Gati, the ultimate goal of the sannyasis. В этом стихе Нараяна назван Ясинам Гатихи, высшей целью саньяси. The goal of those who have renounced the material world is the attainment of Narayan. Цель тех, кто отрекся от материального мира, постичь Нараяну. A Vaishnava sannyasi therefore dedicates his life to serving Narayan. He does not falsely claim to be Narayan.
Поэтому саньяси вайшнав посвящает свою жизнь служению Нараяне и не претендует на то, чтобы его самого считали Нараяной. Instead of becoming Nirvaira, non-envious of other living entities, one who tries to become Narayan becomes envious of the Supreme Lord. Вместо того, чтобы избавиться от зависти к другим живым существам, то есть достичь состояния, называемого Нирвайрой, тот, кто стремится стать Нараяной, начинает завидовать Верховному Господу. Therefore, the attempt to become Narayan constitutes the greatest offense. Таким образом, пытаясь стать Нараяной, он наносит Господу величайшее оскорбление. Actually, when one chants or discusses the transcendental activities of the Lord, he immediately becomes non-envious. Но тот, кто повторяет святое имя Господа или обсуждает его трансцендентные деяния, сразу избавляется от зависти. In this material world, everyone is envious of everyone else, but by vibrating or discussing the holy name of the Lord, one becomes non-envious and devoid of material hankering. В материальном мире все живые существа завидуют друг другу, но тот, кто повторяет святое имя Господа или прославляет его, избавляется от зависти и материальных желаний. Because of our envy of the Supreme Personality of Godhead, we have become envious of all other living entities. Зависть к Верховной Личности Бога привела к тому, что мы стали завидовать всем остальным живым существам. When we are no longer envious of the Supreme Personality of Godhead, there will be real peace, unity, and fraternity in human society. Поэтому в человеческом обществе установится подлинный мир взаимопонимания и братства только так, когда люди перестанут завидовать Верховной Личности Бога. Without Narayan or Sankirtan Yagya, there cannot be peace in this material world. Без Нараяна или Санкиртны Яги в материальном мире не может быть мира. Ом Агьянатимирандасья Гиранджана Салакая Чакшур Унмиритам Йена Тасмай Шри Гурве Намаха Мукам Кароти Вачалам Пангум Лангаяте Гарим Якрипа Тамахам Ванде Шри Гурун Динатаранам Нама Ом Вишну Падая Кришна Пристая Бутале Шримате Бхактивиданта Свамити Намане Намасте Сарасвате Деви Гауравани Пачаране Нирвишеша Шаньявари Пасточаде Сатаране Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasadi Gaura Bhaktivinoda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare So yesterday we gave a little history of the Prachetas and how they came to this series of verses explaining the importance of Vaishnava Sangha. Вчера мы описали кратко предысторию Прачетов и объяснили, каким образом возникли и были произнесены именно эти стихи, в которых описывается важность Вайшнава Сангхи. We pointed out the how significant it was that although the Prachetas were destined to rule their kingdoms for millions of years, the way they felt that they could become detached in the execution of their duties was to have association of devotees. И мы также описали, насколько значимо было понимание Прачетов, что для того, чтобы править своими царствами в течение миллионы лет и при этом быть отреченным в выполнении своих обязанностей, как им было суждено править, а они должны, как они описывают, общаться с вайшнавами. And therefore in these verses they are continuing in their request for benedictions to please let us have association of those who are always glorifying you. И поэтому в этих стихах они продолжают говорить Господу о том, желанном для них благословении, которое они хотели получить, а именно общение с преданными, которые прославляют Господа. Prabhupada in today's verse he's following up on the previous verse about envy. Шрила Прабхупада в этом стихе в комментарии продолжает описывать тему зависти, которую начал в предыдущем. That when pure transcendental topics of the Supreme Lord are discussed, then the audience forgets material hankerings. Здесь говорится в этом стихе, что когда описывается трансцендентное повествование о Господе, то люди, которые слушают такие повествования, немедленно избавляются от материальных устремлений. Not only that, but they are no longer envious of one another.
И не только это, но они также перестают завидовать друг другу. And they do not suffer from anxiety or fear. И перестают страдать от беспокойства, страхов. Prabhupada carries that theme in his purport to this verse as well. И Шрила Прабхупада в сегодняшнем комментарии, который мы прочитали, продолжает описывать именно эту тему. That when devotees get together, what do? When the Supreme, they invoke the presence of the Supreme Lord by glorifying Him and by chanting His names. Когда преданные собираются вместе, что они делают? Они призывают Господа, и Он является лично, поскольку они воспевают, слушают Его славе и святых именах. The other day, Chandramali Maharaj quoted the well-known verse, Naham tishtami vaikunti yoginam hidiye shubha, tatra tishtami narada yatra gayanti madbhakta. Позавчера Чандрамаули Махарадж процитировал очень известный текст, which states that the Lord states to Narada, I am not in the Vaikuntha planets, you'll not find me there. В этом стихе Господь говорит: Нарада, ты не сможешь найти меня на планетах Вайкунтхи, меня там нет. No, you find me in the hearts of yogis. И в сердце йогов меня тоже не найти. But I'm most inclined to go to that place where my devotees are chanting my glories. Но мне самому больше всего хочется отправиться туда, где мои преданные воспевают мою славу. Now, of course, we should not take that statement to mean that the Lord does not manifest in Vaikuntha, is not manifest in Vaikuntha, and is not manifest in the hearts of yogis. Разумеется, не нужно относиться к этому стиху как буквальному утверждению, что на планетах Вайкунтхи в сердце медитирующих йогов Господа нет. But the emphasis is being made that where he's most attracted to be with the devotees are personally glorifying him. Но подчеркивается в этом стихе, что больше всего самому Господу хочется находиться в том месте, где его преданные воспевают его славу. Just like he states in the Bhagavad Gita that the yaidam paramam guyam madbhaktesha bijasati, for those who are glorifying me to the devotees, for him devotional service is guaranteed, in the end he comes back to me. Как об этом сам Господь говорит в Бхагавадгите, в этом стихе, что для того, кто прославляет меня в обществе моих преданных, для того преданное, чистое преданное служение гарантировано, и по окончании своей жизни он возвращается ко мне. Кришна says, Начачам... What is the next verse? Kaschin me priyakritama. There's no servant in this world who is more dear to me than he. Nor will there ever be one more dear. В следующем стихе Господь Кришна говорит, и в следующем стихе Господь Кришна говорит, что нет более дорогого слуги мне в этом мире, никогда не будет. So because such devotees are very dear to the Lord is especially inclined to go to that place where the devotees are attempting to invoke His presence in His name. И поскольку преданные такого рода очень дороги Господу, поэтому Господь очень любит направляться в все места, где преданные пытаются призывать Его Господа, Его присутствие, воспевая Его славу. And as soon as the Lord's presence is invoked, immediately that place becomes very auspicious. И как только присутствие Господа проявляется, это место становится очень благоприятным. And as Prabhupada says that one of the symptoms or characteristics of invoking the Supreme Lord Narayan by the chanting of His names is that others become free from envy. И как Шрила Прабхупада объясняет, один из признаков того, что преданные смогли призвать Верховного Господа Нараяну, и Он пришел и проявился, заключается в том, что присутствующие при этом избавляются от зависти. Yesterday we spoke about part of this purport where Prabhupada was saying that the Mayavadis, although they discuss Vedanta, but they don't invoke the Lord's presence whatsoever because they're envious of the Lord. Мы прочитали вчера часть комментария, где Шрила Прабхупада обсудили, где Шрила Прабхупада говорит, что хотя философы Майявади и обсуждают Веданту, но они не могут призвать присутствие Господа, потому что завидуют ему. Prabhupada says here the Mayavadis, they address one another as Narayan. Шрила Прабхупада говорит в комментарии, что у саньяси Майявади принято друг друга называть Нараяной. So therefore, because they're envious, wanting to take that position of the Supreme Lord, such words from the mouths of Mayavadis, as we explained yesterday, should not be heard. И поскольку эти Майявади завидуют Верховному Господу и пытаются самим стать на райне, поэтому нельзя слушать звуки, доносящиеся из уст таких Майявади. And then Prabhupada says, instead of trying to become free from envy of other living entities, instead they're simply increasing their envy of the Supreme Lord. И Шрила Прабхупада добавляет, что вместо того, чтобы пытаться избавиться от зависти ко всем живым существам, такие
в Майяваде вместо этого проникаются еще больше зависти к Верховному Господу. And then Prabhupada brings into this concept of Dharidranarayan, like that group that put forward the idea that Narayan is Dharidra means poor. That Narayan is poor. И Шрила Прабхупада затем упоминает философское заблуждение одной конкретной религиозной группы, которая ввела в практику обращение к беднякам как Нараяна, как будто Нараяна стал бедняком. Because he was saying Narayan is everyone, everyone is and everyone is Narayan, then they said that Narayan is also poor, and therefore you should give your wealth so that we can take care of the poor and serve Narayan. Они называют их Дарида Нараяна и говорят о том, что, ну, поскольку Нараяна обнищал, теперь вот все нищие Нараяна, поэтому дайте нам ваше богатство, ваши деньги, чтобы мы могли использовать ваши деньги для того, чтобы помогать этим нищим людям и кормить их. This is another example of their twisted conclusions of the Shastra, to say that Narayan is poor. Это еще один пример того, как они извращают утверждение Шастр, утверждая, что Нараяна стал нищим. So they simply use it as a device to serve their own purposes. И они используют эту философию как уловку для того, чтобы осуществить свои собственные корыстные цели. And not to glorify the Lord. А не для того, чтобы прославлять Господа. Without glorification of the Lord, they will never become free from that envy of the Supreme Lord. Не прославляя Господа, невозможно избавиться от зависти к Нему. But when the Lord is glorified and everyone gets an opportunity to hear the glories of the Lord, then what happens is that there's a change of heart. Но когда Господа прославляют и все слушают славу Господа, тогда в результате этого происходит изменение, трансформация сердца. Just like Prabhupada would oftentimes even he would speak very critical of these so-called Bhagavad Saptahas. Как часто Шрила Прабхупада подвергал резкой критике так называемую практику, так называемую Бхагавата Саптахи. Where people will come together for the so-called glorification of the Lord for 7 days, simply reciting different confidential leelas of Krishna. Люди собираются на эти 7 дней, чтобы слушать обсуждение или декламацию различных сокровенных игр Господа Кришны. But their purposes, they had selfish purposes for such saptahas, not for glorification of the Lord, but for accumulating wealth and prestige and power. Но люди, проводящие такие саптахи, на самом деле движимы не желанием прославить Господа, а своими собственными корыстными мотивами, они хотят получить больше власти над людьми и также разбогатеть. And Prabhupada would oftentimes say the result is that people would go there, sit for 7 days, hear about Krishna, but there'd be no change of heart. Prabhupada говорит, что в результате того, что люди собираются и на эти 7 дней садятся и слушают игры Господа Кришны, в результате никакого изменения в сердце не происходит. Because the change of heart takes place when the message of Godhead is exclusive purpose for giving the message of Godhead. And for distributing and giving the holy name is to glorify the Lord. Потому что перемена в сердце может произойти только тогда, когда люди, которые прославляют Святое Имя Господа или описывают деяния Господа, движимы одной целью — прославить Господа. And one simply does it as a service to the wishes of the Lord and superior and service to the instructions of the disciplic succession. Когда он делает такой человек, который декламирует Писание делают для того, чтобы прославить Господа, как служение Ему, для того, чтобы прославить Писание. So when the holy name is chanted and when the pastimes of the Lord are glorified exclusively for the purpose of invoking the Lord's pleasure, then what happens is there should be a change of heart. И поэтому, если эта декламация Священного Писания Святого Имени делается исключительно для того, чтобы порадовать Верховного Господа, результатом этого должна стать перемена в сердце. Prabhupada even says here, when the Lord's presence is invoked by the chanting of the holy name, by Sankirtan Yajna, he says, immediately one becomes free from envy. Шрила Прабхупада говорит, что когда Господь является благодаря проведению Санкиртан Йоги, то человек немедленно, и люди немедленно избавляются от зависти. Somebody may hear that, well, immediately? Wait a minute. It doesn't, not necessarily they become completely free from envy. Это не означает, что они становятся сразу полностью свободными от зависти. Just like Prabhupada oftentimes quotes that verse, Krishna Surya Sam Maya Haya Andhakara Yahan Krishna Taha Maya Mayara Arakara. That Krishna is like the sunshine and Maya is like darkness. Шрила Прабхупада часто ссылается на этот стих, где говорится, что Кришна подобен солнцу, Майя подобна тьме. So wherever there is sunshine, there cannot be darkness. И там, где куда проникают лучи солнца, невозможно оставаться тьме. So immediately, as soon as one takes the Krishna consciousness, then by the presence of Krishna consciousness, the darkness of illusion is dissipated.
Как только человек принимает сознание Кришны, тогда благодаря влиянию света сознания Кришны тьма иллюзии рассеивается. So whenever Krishna is present, Maya stands behind. И как только Кришна проявляется, сразу Майя прячется у него за спиной. The second canto, the example is given how Maya stands behind the presence of the Supreme Lord. She'll never come in front of the Lord as long as he's there. Во второй песне Шримад-Бхагаватам говорится, что Майя всегда прячется за спиной Господа. И когда Господь присутствует лично, Майя никогда не предстает ему на его глаза. Just as the king, he's generally all the ministers and everyone else who's assisting him, they stand behind the king as he leads the procession. Как, например, во время царской процессии министры и другие слуги царя всегда стоят за спиной царя и не показываются ему на глаза. So in the same way, Maya will always stand behind Krishna. Также Майя всегда будет стоять за спиной Кришны. As long as Krishna is present, Maya it will be gone. И пока Кришна присутствует лично, Майя здесь не останется. So yes, if Krishna becomes present, then the potency to dissipate the darkness of illusion becomes manifest by invoking Krishna's presence. Поэтому, если Кришна присутствует, если мы призываем его, и он проявляется, тогда своим присутствием он рассеивает тьму Майя. But as soon as we forget, then what happens? Maya takes over. Как только мы забываем об этом, то что происходит? Майя снова вступает в свои права. So yes, immediately envy goes away when the desire to invoke Krishna's presence is there. Поэтому, конечно, зависть сразу уходит, как только у нас появляется желание призвать присутствие Кришны. But if we want to keep envy away, we have to keep Krishna present. If we want to keep envy away, we have to keep Krishna present. Если мы хотим, чтобы зависть не касалась нас, тогда нам необходимо поддерживать и сохранять присутствие Господа. Just as the sun is always, if the sun is always shining, there's never darkness, because the darkness can't dissipate the influence of the sun. И точно так же, как солнце, когда оно присутствует, то Майя не может выгнать солнце, потому что она не может выгнать солнце, потому что тьма не может рассеять собою лучи солнца. Similarly, if we're always conscious that Krishna is the center of our lives, Krishna is meant to be glorified by our words, by our activities, by our thoughts. Если мы всегда помним о том, что Кришна является центром нашей жизни и что нужно прославлять Кришну в нашем уме, нашей деятельностью и нашими словами. And if we remain conscious of the fact that I am a servant of Krishna, I am not the enjoyer of anything in this world. Если мы всегда осознаем, что я слуга Кришны и я не имею права наслаждаться чем-либо в этом мире. Then in that state of consciousness, then the influence of the illusory energy is dissipated, and one actually becomes free even from the influence of envy. Тогда в таком состоянии сознания человек может рассеять влияние иллюзии рассеивается, и тогда он может избавиться от влияния даже зависти. Therefore, the recommendation is always given: constant chanting of the holy names of the Lord. Именно поэтому нам рекомендуется постоянно повторять святые имена Господа. Constant chanting of the holy names of the Lord, as stated in the second canto of the Bhagavatam, is the doubtless and fearless way of success for everyone. Как говорится во второй песне Шримад-Бхагаватам, постоянное повторение святых имен Господа для всех и каждого является самым лучшим, абсолютно эффективным методом избавления от всех страхов и беспокойств. By constant chanting of the holy name, just like Prabhupada says also in the Bhagavad Gita purport, Antakali chamamiva smaran mukva kalevaram, where Krishna says, whoever remembers me at the time of giving up this body or once attains my nature, this is no doubt. И Шрила Прабхупада говорит о том, что нужно повторять святые имена Господа постоянно, как в этом стихе Бхагавад-гиты. Шрила Прабхупада в комментарии говорит, что нет никаких сомнений в том, что человек, который помнит обо мне в момент смерти, немедленно достигает моей обители. And what does Shrila Prabhupada describe is that remembrance of the Lord? И что Шрила Прабхупада описывает в своем комментарии к этому стиху как памятование Господа? Incessant chanting of the holy name of the Lord. Он говорит, постоянное повторение святых имен Господа. That one has to incessantly chant. Нужно постоянно повторять святые имена. Of course, kirtaniya sadahari is the ultimate goal of our chanting. Разумеется, киртания сада-хари является высшей целью нашего воспевания. And Lord Chaitanya has told us that if we want to be able to come to that platform of kirtaniya sada-hari to chant the holy name of the Lord constantly, then one has to cultivate a certain consciousness. И Шри Чайтанья Махапрабху объясняет, что для того, чтобы подняться на уровень постоянного воспевания святых имен Господа, необходимо пребывать в определенном состоянии сознания. Which is to think oneself to be lower than the straw of the street.
которая заключается в том, что человек должен считать себя ниже соломы, валяющейся на улице. Devoid of all sense of false prestige. Он должен быть свободным от любого чувства собственного престижа. And ready to offer all respect to others, never expecting any respect for ourselves. Должен быть готов оказывать всяческое почтение другим, при этом не желая никакого, не ожидания никакого почтения себе. Lord Chaitanya has given us the recommended process of how to become free from envy. Шри Чайтанья Махапрабху тем самым предписал нам определенный авторитетный способ избавления от зависти. This consciousness accompanies constant chanting of the holy name of the Lord. Потому что именно такое сознание должно сопровождать наше постоянное повторение святых. This is how one knows one's advancing in keeping Krishna present in his life when he sees the evolution of this consciousness manifesting in his heart. Именно поэтому развитие сознания, такого рода сознания в своем сердце, такой человек преданный может понимать, что он ему удается сохранять присутствие Господа Кришны в своей жизни все лучше и лучше. And the more we invite Krishna into our lives and into the lives of others by speaking about Him, by hearing about Him, and by exclusively keeping our topics focused in glorification of Him. И чем больше мы приглашаем Господа Кришну в нашу жизнь, в жизнь других людей, постоянно воспевая Его, слушая Его славу, слушая о Нем и обеспечивая то, что сохраняя исключительную сосредоточенность всех наших тем обсуждений на Нем. Chaito Dharpana Majanam Bhajam Bhavatam. What's happening? Chaito Dharpana. Baba Mahagni Dharpana. Navarpana. Am I forgetting all my. It must be old age. Try to do what happens. These verses. Prabhupada, I'm not justifying, but Prabhupada sometimes did that too. But Prabhupada would do it in his ecstasy. In his ecstasy, sometimes he would speak and sometimes he would come out with words that really not there. The devotees would sit, wow, Prabhupada. And the devotees were very afraid to correct him because they were thinking it was his ecstasy, you know, that wow, Prabhupada's. И все преданные очень боялись поправлять Шрила Прабхупаду в такие моменты, потому что думали, Прабхупада в экстазе. But then sometimes Prabhupada would stop and say, what is that verse? Иногда Прабхупада останавливался и говорил, как там этот стих? So then they knew they should say something, but otherwise they wouldn't say anything. И вот тогда ученики понимали, что им нужно что-то сказать, но иначе они не говорили. I'm not using this to justify this, I'm just forgetting. Я не использую это, чтобы оправдывать свою забывчивость, я просто забываю. Баба Махатта Бхагни Дирвапанам. came to mind. So that the heart becomes cleansed by constant chanting of the holy name of the Lord. The heart becomes cleansed. The dust of our material attachments gradually become cleaned away from the heart. Благодаря постоянному повторению святых имен Господа наши сердца очищаются, и с поверхности зеркала нашего ума очищается пыль материальной привязанности. So it's our responsibility. If we want to become free from envy, is to invoke Krishna's presence. И поэтому наша ответственность, если мы уж хотим избавиться от зависти, заключается в том, что мы должны привлечь присутствие Господа Кришны. When we invoke Krishna's presence by remembering Him, by chanting Him, by chanting His names and glorifying Him, then we're gradually able to see others as Krishna's servants. Если мы сможем призвать присутствие Господа Кришны благодаря повторению Его святых имен, благодаря памятованию о Нем, воспеванию Его святых имен, тогда мы сможем научиться видеть других как слуг Кришны. How can we become envious of Krishna's servants? А как же мы можем завидовать слугам Кришны? One who sees all living entities as spiritual sparks and quality one with the Lord becomes a true knower of things. What then can be illusion or anxiety for him? Что может быть причиной иллюзии или беспокойства для человека, который научился видеть всех других живых существ духовными искрами, качественно едиными с Господом? He has no anxiety. His anxiety goes away because he sees others as Krishna's servants. Для такого человека уже нет источника беспокойства, потому что все беспокойства покидают его вследствие его видения других как слуг Кришны. Doesn't see them as enemies. He doesn't see them as competition. Он не видит в них врагов, не видит в них соперников. He sees them as Krishna's servants, and everybody has a right to serve Krishna. Он видит всех слугами Кришны, и у каждого есть право служить Кришне. One becomes free from envy. Такой человек избавляется от зависти. By remembering the Lord. Вспоминая Господа. So yes, immediately when one remembers the Lord, this envy will go away. Поэтому да, как только человек вспоминает о Господе, зависть покидает его. But if one forgets, then it's not that it's gone.
И, но если человек забывает, то она ушла не навсегда. It comes back. Она возвращается. Sometimes we see it comes back again and again and again. It surfaces and we begin to wonder what's happening to me. I thought I'm supposed to become purified by chanting Hare Krishna. И иногда она приходит снова и снова и снова и проявляется на поверхность нашего сознания. Мы даже можем начать недоумевать, а что происходит? Я думал, что я очищаюсь благодаря служению Кришне, воспеванию во имя. But the purification is we're becoming more conscious of what's embedded in the heart. Но процесс очищения подразумевает, что мы осознаем все отчетливее, что у нас в сердце находится. That's a symptom of we're actually becoming purified, that I'm more conscious of what's there deeply embedded in my heart is this envy. And which Prabhupada says originates from our envy of Krishna. Мы в процессе очищения должны осознавать все глубже и глубже, какие нечистоты хранятся в нашем сердце, и как Шрила Прабхупада говорит, что эта зависть, которая находится в нашем сердце, она основана на изначальной зависти к Кришне. Prabhupada says, because of our envy of the Supreme Personality of Godhead, we have become envious of all other living entities. Шрила Прабхупада говорит, что из-за того, что мы позавидовали Верховной Личности Бога, мы проявили зависть по отношению ко всем живым существам. So when we become more conscious of what's there deeply embedded in our heart, then a sadhaka, a devotee, knows it's something that shouldn't be invested in. И как только мы осознаем, что находится, какого рода склонение находится в нашем сердце, то настоящий преданный садхака понимает, что не нужно вкладываться в эти нежелательные вещи в сердце. I shouldn't invest my mind and my consciousness in that envy. Я не должен вкладывать свой ум и свое сознание в эту зависть. If I invest it, I could become lost. Если я буду вкладывать свой ум и сознание в эту зависть, то я пропаду. Just like Krishna says in Bhagavad Gita, by contemplating the objects of the senses, one develops lust, anger, delusion, bewilderment of memory, intelligence is lost, and one falls in the material whirlpool. Как Господь Кришна описывает эту последовательность Бхагавад-гиты, объект привязанности человек развивает. Созерцая объекты чувств, человек развивает непривязанность, из привязанности возникает вожделение, из вожделения возникает забвение, гнев, забвение памяти, затем человек падает снова в колодец иллюзий. That's what happens by our mundane contemplations. We're investing in our attachments by giving our mind and our thoughts more and more to those things which we should be allowing to become freed, cleared from the heart. И это и происходит, когда мы начинаем созерцать объекты чувств. Мы вкладываем в наше сознание все больше и больше в эти мысли и в наш ум, в то время как на самом деле мы должны быть на все больше и больше очищать наше сердце от подобных желаний. Prabhupada gives the example of like making ghee. Шрила Прабхупада приводит пример приготовления ghee. When you put butter on the fire, it looks like one homogeneous substance. Когда мы кладем кусок масла на огонь, кастрюлю, то кажется, масло представляет собой однородную массу. But you put a little flame under that butter, and you see what happens as it starts separating. Но когда мы зажигаем огонь под маслом, то что происходит? Огонь выделяет различные фракции в этом масле. And all those impurities are below the surface. И все эти нечистоты, которые содержатся в масле, они начинают скапливаться под поверхностью. But they're gradually separating. И начинают разделяться. And what happens if you keep the fire there? Если вы продолжаете поддерживать огонь под кастрюлей. The fire is like our efforts to remember Krishna. Этот огонь сравнивается с нашими усилиями помнить о Кришне. You keep the fire there, then what happens? These impurities, they start to come to the surface. Boop, they start coming up to the top. Если вы будете продолжать поддерживать огонь под этим маслом, то что происходит? Все эти примеси в масле начинают всплывать на поверхность. Look at all those impurities. И мы будем диву даваться. О, что, смотрите, сколько всего в масле. I didn't even know they were there. Now I seem to become more conscious of these things. Why? I'm supposed to be making advancement. Я не знал, что такое у меня в сердце находится. Я думал, что я прогрессирую, но теперь, похоже, мне нужно осознавать, что у меня на самом деле в сердце. If I'm making advancement, why am I becoming more conscious of these things? Если я действительно прогрессирую, то мне нужно все больше и больше уделять внимание этим. It means because the impurities are starting to come to the surface. Почему я все больше и больше замечаю их к себе? Потому что все эти примеси в моем сердце начинают подниматься на поверхность. And any cook knows that when the impurities start coming to the surface and they start getting a little bit hard, then you just take your strainer and you lift them off and get rid of them. И любой повар знает, что когда все эти примеси в масле все-таки поднимаются на поверхность и затвердевают там, то единственное, что нужно сделать, взять шумовку и снять ее с поверхности и выбросить. I used to be a cook.
Я раньше был поваром. I know all about making ghee. И поэтому я могу все рассказать про то, как делать ги. I used to make, have to make huge pots of ghee for the kitchen every week. Каждую неделю мне приходилось готовить огромную кастрюлю, огромный чан ги для кухни. We use nothing but ghee for the deities. Для божеств мы готовили только на ги, ни на чем другом. How it was in the early days. В ранние годы так было. Anyways, so yes, how to get rid of these impurities from the surface? Так как же избавиться от всех этих нечистот, которые всплыли на поверхности? Krishna says, I'll take them away. Кришна говорит, я их сам сниму. Don't dwell on them. I'll take them away. Я их заберу, просто не нужно думать о них слишком много. Шринватасвакатта Кришна пуньяшравана киртана. If you simply develop the urge to go on hearing about me, I'll take them away. Если ты просто разовьешь себе потребность, желание продолжать слушать обо мне, то я сам лично позабочусь о всех этих примесях. Stop investing all your energy in these impurities. Но ты просто перестань вкладывать всю свою энергию, силы в эти нечистоты. And just invest your energy in hearing about me. Ты должен вложить свою энергию в слушание обо мне. I will take them away. I'll remove them from your heart. Если ты так сделаешь, тогда я их сам устраню из твоего сердца. This is a devotee, someone who has faith in Krishna's power. Вот это преданный, который по-настоящему верит в могущество Кришны. I may be fallen, I may be envious, I may have so many attachments. У меня может быть очень много привязанностей, я может быть очень падший или завистливый. But Krishna's holy name is more powerful than my attachments. Но Святое имя Господа Кришны более сильное, более могущественное, чем мои привязанности. A devotee has faith in Krishna's name. У преданного есть вера в имя Кришны. And his faith to go on chanting Krishna's glories. И его веры хватает, чтобы продолжать воспевать славу Кришны. They may not immediately go away. Эти осквернения могут не сразу уйти. But if one has faith in this process of hearing and chanting the glories of the Lord, then Krishna helps from within to take away these impurities. Но если у человека есть вера, необходимость продолжать слушать и воспевать славу Господа Кришны, тогда Господь сам забирает их из сердца. That's the essence of what Prabhupada is speaking about in this purport. Это суть того, о чем говорит Шрила Прабхупада в своем комментарии. I did it again. Я снова сделал это. I wanted to read something, but I'm just going to read it and I'll let Prabhupada speak for himself. Я хотел прочитать кое-что для вас, но я так и сделаю. Сейчас прочитаю и позволю Шриле Прабхупаде самому звучать. I've given seminars on this letter. Потому что я уже давал семинары на это. But I'll let Prabhupada speak for himself. Но я не буду давать семинаров, я просто позволю этому письму Шриле Прабхупаде звучать самостоятельно. It's about envy. Это письмо о зависти. Prabhupada once wrote this letter. Oh, my phone is acting up. He says, I am very much, do you have that, Manamohan? Well, the famous letter to Atreya Rishi? About utopia, utopia. Utopia. Well, yeah. I wish I knew that. Huh? I wish I knew you were going to read that. I didn't know either. I just thought about it before I came and I said, bah, maybe I should. У кого-нибудь есть под рукой письма Шрилы Прабхупады? Why don't you just try doing the same thing you've been doing all along? I'll speak in fragments. Okay. 72 года. He said, I'm very much pleased by the sentiments expressed in your letter. Шрила Прабхупада пишет о Трее Риши. Я очень доволен теми чувствами, которые ты выражаешь в своем письме. It is not so much that because there may be some faults in our God brothers and God sisters. Do you have it, or should I? No, Maharaj, please continue. I'm familiar. You have it. I'm familiar with the letter. I just want to be very factual. Okay. Well, it is not so much that because there may be some faults in our God brothers and God sisters, or because there may be some mismanagement or lack of cooperation. Не нужно думать, что все эти проблемы, которые ты описываешь, возникают из-за того, что есть какие-то недостатки в наших духовных братьях или сестрах, или что им не хватает сотрудничества. That this is due to being impersonalists. И что это все возникает, что все это описанное тобой, эти недостатки и отсутствие сотрудничества возникает из-за того, что они имперсоналисты. No. Нет. It is the nature of the living condition to always have some fault.
Это естественно для живого существа всегда иметь какие-то недостатки. Even in the spiritual world, there is some fault and envy. Даже в духовном мире есть какие-то недостатки и зависть. Sometimes the gopis will quarrel over Krishna's favor. Иногда гопи ссорятся друг с другом, чтобы завоевать благорасположение Кришны к себе. And once Krishna was so much attracted to Radharani that by mistake he tried to milk the bull instead of the cow. И однажды Кришна был так привлечен красотой Радхарани, что по ошибке принялся доить быка вместо коровы. And sometimes when the gopis used to put on their dress and makeup for seeing Krishna, they would be too much hasty and smear kumkum and mascara in the wrong places. Иногда гопи так спешили на встречу с Кришной, что они в спешке, наносили кумкуму и все украшения не на те места, на которые их нужно наносить, и маскару. And their ornaments and dresses would appear as if small children had been trying to dress themselves, and they were not very expert. И все их украшения и одежды, в которые наряжались, казались, как будто маленькие дети пытались наряжаться и делали это неправильно. Prabhupada's simply describing that there are even you can if you look, you'll see there's even faults in the spiritual world. Шрила Прабхупада другими словами говорит, что если приглядеться, то можно даже в духовном мире найти недостатки. Just like there's that one example, I think, given in the Nectar of Devotion. Как в Нектаре преданности приводится один пример. Of one gopi who was feeling envious of Radharani. Одна гопи чувствовала ревность к Радхарани. Because Krishna had painted lines on her forehead. И потому что Кришна нарисовал на ее лбу линии или узоры. And she said to Radharani, I can see that Krishna must be attracted somebody to some other gopi's beauty and not yours. И гопи в своей ревности говорит Радхарани, похоже, Кришна привлекается не твоей красотой, а чьей-то другой. Because he's painted the line so perfectly, it means he wasn't agitated. Потому что он так ровно и четко нарисовал эти узоры на твоем лбу, означает, что он не очень-то волновался в процессе. Envy. Это зависть или ревность. But Prabhupada says, as he says in this letter, in the spiritual world there's envy, but there's never any malice. Но Шрила Прабхупада говорит в своем в этом письме, что зависть-то может быть, но нет злонравия, злокозненности. So Prabhupada says, there's so many examples. И Шрила Прабхупада говорит, очень много есть таких примеров. But it's not the same as material fault or material envy. Но это не то же самое, что материальные недостатки или материальная зависть. It is transcendental because it is all based on Krishna. Это трансцендентная зависть, потому что все это основано на Кришне. Sometimes when one gopi would serve Krishna very nicely, the others would say, oh, she has done so nicely. Иногда гопи служит Господу Кришне замечательным образом, другие говорят, смотрите, как она хорошо служит. Now let me do better for pleasing Krishna. А я послужу ему еще лучше, чтобы порадовать его. That is envy. Это зависть. But it is transcendental. Without malice. Это трансцендентная зависть, лишенная злонравия. No malice. Malice means I want to make sure that person doesn't serve Krishna nicely. Что такое злонравие, злокозненность? Мы говорим, да, я сейчас что-нибудь сделаю, чтобы он так Кришне хорошо не служил. I don't like the way that person serves Krishna. Не нравится мне, как он служит Кришне. Let me try to obstruct that person. Надо какие-то палки в колеса ему вставить. That's malice. Это называется злонравие. That's really malice. Это вот настоящее злонравие. That doesn't exist in the spiritual world. В духовном мире такого нет. So we shall not expect that anywhere there is any utopia. И поэтому мы не ожидаем, что где-то будет утопия. Rather, that is impersonalism. Вот такие ожидания есть имперсонализм. People should not expect that even in the Krishna consciousness society there will be utopia. И люди не должны ожидать, что даже в нашем обществе сознания Кришны будет утопия. Because devotees are persons, therefore there will always be some lacking. Поскольку преданные — это личности, поэтому у них всегда будут какие-то недостатки. But the difference is that they're lacking because they have given up everything to serve Krishna. Money, jobs, reputation, wealth, big educations, everything. Their lackings have become transcendental. Но поскольку они посвятили все Кришне, отказались от всего ради того, чтобы служить Кришне и свои деньги, и работы, и репутацию, и богатство, и свою блестящую образовательную карьеру, в общем, все. Поэтому даже их недостатки стали трансцендентными. Because despite everything they may do, their topmost intention is to serve Krishna. Потому что, что бы они ни делали, их высшее устремление — это служить Кришне. This is what we were speaking about in the beginning.
How to keep Krishna in the center? Именно об этом мы говорили в самом начале. Мы должны всегда держать Кришну в центре. The topmost intention, consciously, must be to serve Krishna. Их сознательным устремлением, самым главным устремлением жизни должно быть служение Кришне. Sorry. One who is engaged in devotional service. One who is engaged in devotional service, despite the most abominable action, is to be considered saintly because he is rightly situated. И человек, который занимается преданным служением, несмотря на то, что он даже совершает какие-то самые предосудительные поступки, должен считаться святым, потому что он правильно, его решительность правильно нацелена. Devotees of Krishna are the most exalted persons on this planet, better than kings, all of them. Он занимает правильное положение, и преданные Кришне, все преданные Кришне являются самыми возвышенными личностями на этой планете, лучше, чем всех. So все эти цари и короли лучше, чем все их. So we should always remember that, and like the bumblebee, always look for the nectar or the best qualities of a person. Поэтому мы должны всегда помнить об этом и, подобно шмелям, всегда выискивать нектар или самые лучшие качества в человеке. Not like the utopians, who are like the flies, who always go to the open source. Мы не должны уподобляться утопистам, которые, как мухи, слетаются на гниющие раны. Or find the faults in a person, and because they cannot find any utopia, or because they cannot find anyone without faults, they want to become void, merge, nothing. Которые слетаются на открытые язвы, или они выискивают недостатки в человеке, и поскольку они не могут найти той утопии заветной, то есть, другими словами, они не могут найти кого-то без недостатков, то они хотят слиться, раствориться, перестать существовать. Вот это их утопия. They think that is utopia. Они думают, что это есть их утопия. To become void of personality. Полностью утратить личностные свойства. So if there is sometimes slight disagreements between devotees, it is not due to impersonalism. But it is because they are persons. И поэтому, если между преданными возникают иногда какие-то небольшие расхождения или разногласия, не нужно думать, что это из-за имперсонализма. Нет, это из-за того, что они личности. And such disagreements should not be taken very seriously. Не нужно слишком серьезно относиться к таким разногласиям. The devotee is always pessimistic about the material world. Преданный всегда пессимистично настроен по отношению к материальному миру. But he is very optimistic about spiritual life. Но всегда питает оптимизм духовной жизни. So in this way, you should consider that anyone engaged in Krishna's service is always the best person. Поэтому ты должен таким образом считать любого, кто занимается служением Кришне, самым лучшим из людей. Шрила Прабхупада has given us some instructions to help us along. Шрила Прабхупада помогает нам в этих наставлениях. We have to be patient for this envy, malice, attachments to become clean from the heart. Мы должны набраться терпения и дождаться, когда это злонравие, зависть и привязанности покинут наше сердце. But if we're fortunate enough to stay in the fire. Но если мы достаточно удачливы, чтобы оставаться в огне, just stay in the fire of invoking Krishna's presence and remembering Him, speaking about Him, hearing about Him. Просто оставаться в огне, то есть поддерживать памятование о Господе Кришне, продолжать говорить о Нем и слушать о Нем. Then as these impurities become more visible and we become more conscious of their existence that are still there within our heart. И мы будем все больше и больше осознавать, возможно, те примеси или нечистые, оскверняющие вещи, которые пребывают в нашем сердце, они будут подниматься на поверхность нашего сознания. Then it won't be an endless journey. Но этот путь по очищению будет бесконечным. It will act. Потому что процесс работает. Prabhupada says, he gives the example just like fire. Шрила Прабхупада приводит пример с огнем. Says a child touches fire, fire burns. Если ребенок прикасается к огню, то получает ожог. Fire doesn't think, oh, it's just a child. I won't burn the child. Огонь не думает, ну это всего лишь ребенок, не буду его жечь. If a child touches the fire, it will act, it will burn. Даже если ребенок прикоснется к огню, он получит ожог. In the same way, we may not be fully conscious of what is happening. И даже вот таким же образом мы можем полностью не сознавать, что происходит. But if we avoid those tendencies and take shelter in hearing and chanting, Krishna will act. Если мы избегаем этих духовных наклонностей и будем принимать прибежище в воспевании и слушании, Кришна сделает все сам.
He'll remove those obstacles in the path of devotional service. Он сам устранит все препятствия на пути преданного служения. From within the heart of that of those persons who develop the urge to constantly hear and chant His glories. Из сердца тех людей, которые развили в себе потребность постоянно слушать и воспевать Его славу. That is our hope. Вот это наша надежда. Prabhu, it's our only hope. Прабу, это единственная надежда. There's no other way. Нет другого пути. Голова настева, настева, настева. There's no other way. Нет никакого другого пути. But if we take shelter, но если мы принимаем прибежище в этом, and remember, и помним, we have hope. Тогда у нас есть надежда. Even I can become purified. Даже я могу очиститься. By the power of Krishna's holy name. Благодаря могуществу святого имени Кришны. And by the power of association with Krishna's devotees who are glorifying His holy name. И благодаря общению с преданными Кришны, которые прославляют Его святое имя. This is our hope. Вот это наша надежда. This is the only impetus for living. Это единственный импульс или стимул к жизни. If we don't have that, then what hope do we have? Если у нас этого нет, тогда вообще на что у нас надежда? But we have it. Но у нас это есть. We're so fortunate. Мы очень удачливы. Take advantage of it. Поэтому воспользуйтесь этим. This is what Srila Prabhupada would always encourage. Please take advantage. И Прабхупада всегда воодушевлял преданных к этому. Пожалуйста, воспользуйтесь этим. Say that so many times to devotees and to non-devotees alike. Please take advantage. Please take advantage. Так часто повторял эту фразу. Пожалуйста, воспользуйтесь этой возможностью. И преданным, и непреданным он ее говорил. He's just pouring the mercy out. Please take advantage. Please take advantage. Из него просто изливалась милость потоками. Он говорил, пожалуйста, воспользуйтесь этим, воспользуйтесь. In his service, I can only say. И служа Шри Прабхупаде, могу сказать только одно. Please take advantage. Пожалуйста, воспользуйтесь этим. Hare Krishna. Здравствуйте, Шри Прабхупада. Шри Нирамзана Свами Махараджа Ки.